و بیزنس لاین این پلاستیکی به بیزنس لاین هم وطن نمی‌شی برای انسان. آری بر نگاه تکیه کن آقایان که چی می‌رسیم نبوده. Üstünde tarihten olan üstünde ekspertlerimiz var. Yani bunu nazara alarak bu mevzuları da üstünde seçenlerdir. Azerbaycan Gürtüşü'nün askılığı da Güneş'in Grozi Mürgarozi Fakti. Динамик и сюжеты развития событий на международной арене за последние годы настолько стали интриговать самые различные слои общества, что даже люди, заявлявшие о своем безразличии в вопросах политики, начинают активно интересоваться процессами происходящего в мире. События сменяются с калейдоскопической быстротой, и сюжеты зачастую оказываются абсолютно непредсказуемыми. Резко возрастает зависимость любых региональных процессов от глобальных мировых политических факторов. И в этой связи лишний раз приходит нам фраза о том, что политические прогнозы, как, впрочем, и оценка всего текущего момента, вечно благодарны. Особенно это заметно, несмотря на кажущуюся внешнюю стагнацию, на примере постсоветских стран, в том числе с авторитарным режимом. За примером далеко ходить не надо, достаточно привести, к сожалению, приводить пример свою страну Азербайджан. Попробуем все-таки разобраться в том, что именно демократические силы в Азербайджане, в первую очередь, что следует демократическим силам в Азербайджане в первую очередь учитывать и каким образом оценивать роль внешнеполитических факторов в краткосрочной и среднесрочной перспективе накануне неизбежных, мы все в этом уверены, демократических выборов демократических перемен в нашей стране. В свете последних событий вокруг Ирана, так как Иран непосредственно является нашим ближайшим соседом, все больше внимания привлекает вопрос востребованности углеводородных ресурсов Азербайджана на Западе. После того, как Иран стал выводиться из режима международных санкций, значение Баку в качестве энергетического источника, способного претендовать на обеспечение энергетической безопасности Европы, может быть заметно ослаблено. Кроме того, отмена санкций неизбежно приведет к падению цен на нефть. Именно этот характерный пример показывает особенность нынешней ситуации в Каспийском регионе, которая заключается в превалировании геополитических и политических факторов над экономическим. При этом в наибольшей степени политизирована именно сфера транспортировки энергоресурсов и минерального сырья. Это утверждение в полной мере относится к Азербайджану. Именно в политико-экономическом сражении за Каспийскую нефть во многом решается судьба энергетических ресурсов 21 века. Запасы нефти, залегающие в регионах вокруг Азербайджана, а также стратегическое положение всего региона, придают этой борьбе, хотя и внешне цивилизованный, но ожесточенный характер. Азербайджан, как и другие нефтедобывающие страны региона, вследствие географической изолированности и оторванности от мировых морей, оказывается в зависимости от других стран, территории которых приходится использовать для транзита энергоресурсов, как в западном, так и в восточном направлении. А это требует обеспечить, с одной стороны, политическую стабильность на всем маршруте транспортировки нефти, что является непростой задачей для одного из наиболее конфликтогенных районов мира. События в Ираке и Сирии показывают, насколько тесно взаимосвязаны между собой региональные процессы на Ближнем Востоке, Передней Азии и Прикаспийском регионе в частности. Не будет преувеличением сказать, что все конфликты в регионе, важной составляющей которых является борьба за энергоресурсы, в той или иной степени, прямо или непосредственно, несут в себе потенциал угрозы государственным интересам Азербайджана. Особенно это касается конфликта в Сирии. В ближневосточных раскладах вообще и в борьбе Соединенных Штатов, как одной из супердержав, с суннитскими монархиями, такими как Саудовская Аравия и Катар, против шиитского Ирана, эта страна, имеется в виду Сирия, не просто союзник Тегерана, но звено, соединяющее его с шиитскими группировками в арабском мире. Без такого звена влияние Ирана в арабском мире существенно уменьшится.
Отметим, например, что издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа ведет переговоры с арабскими союзниками в достижении некоего соглашения с Израилем. Цель соглашения – противостоять общему противнику Ирану. Такой альянс мог бы включать в себя такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые являются заметными врагами Израиля, а также Египет и Иордания, которые имеют давний мирный договор с Израилем. План, представленный администрацией Трампа, предполагает взаимодействие между указанными арабскими странами и Израилем по ограничению влияния Ирана на Ближнем Востоке. Кроме того, как утверждает Wall Street Journal, этот вопрос был одной из тем бесед президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху во время визита последнего в Вашингтон. Сообщалось, что Нетаньяху обсуждает с Трампом возможность возобновления санкций против Ирана. Новый американский лидер уже неоднократно давал понять, что обеспечит поддержку Израиля, Израилю, традиционному противнику Ирана в регионе. Усиление, и почему мы обо всем этом так подробно останавливаемся на этом, потому что, безусловно, усиление или ослабление Ирана как регионального игрока было и будет одним из важных факторов, влияющих на геополитическую ситуацию вокруг Азербайджана. Именно в этой связи мы рассматриваем конфликты в ближневосточном регионе во многом через призму заангажованности нашего южного соседа, потому что усиление шиитского фактора после возможных локальных побед Ирана в контексте суннитско-шиитского противостояния на Ближнем Востоке может спровоцировать цепную реакцию подобных конфликтов под религиозными лозунгами в других странах региона, в том числе и в Азербайджане. Другой наиближний сосед и друг, и традиционный брат Азербайджана, таким является Турция, чья истинная роль в последних событиях в регионе, помимо прочего, даст ей возможность стать хозяином энергетического перекрестка для каспийской нефти, иранской нефти, а теперь еще и, по всей видимости, курдистанской нефти северного Ирака, учитывая последние процессы на севере Ирака и фактически децентрализация этой страны. В свою очередь, лишь Иран может дать Турции возможность осуществить ключевую стратегическую роль и стать приоритетным энергетическим перекрестком между Востоком и Западом. Поскольку это означало бы, что Турция станет основным доставщиком нефти и газа из Ирана в Европу. Если или когда такое случится, Турция станет намного более значимой, чем просто мост между материками. Турция и Иран могут быть конкурентами на более чем когда-либо, им необходимо быть союзниками. Сближение Турции и Ирана не в последнюю очередь мог способствовать курдский вопрос, потому что руководство обеих стран проблемы курдского сепаратизма хорошо знакомы. И в связи с событиями в Сирии, где при негласной поддержке США курды уже фактически создали свой автономный анклав, озабоченность сколько возрастает. Приемлемый для Турции вариант завершения кризиса – это сохранение единого сирийского государства с сильным центральным правительством, которое будет в состоянии контролировать курдскую больницу. В этом плане интересы Анкары совпадают с иранскими и отчасти с российскими. В связи с одним из очевидных преимуществ наметившегося сближения с Россией и Ираном было бы для Турции участие в возможной новой оси Москва-Тегеран-Анкара. Примером такого союза является трехсторонняя встреча по Сирии глав МИД России, Ирана и Турции в Москве, а также то, как Иран, Россия и Турция во время встречи в Астане договорились создать трехсторонний механизм наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в Сирии и предотвращения провокаций участниками конфликта. Кроме того, появляется информация о том, что Россия и Турция уже разрабатывают совместный проект разделения России на неофициальные зоны влияния. Азербайджан, опять-таки, почему мы затрагиваем этот вопрос? Потому что Азербайджан должен быть готов выстраивать свою внешнюю политику с учетом новых реалий такого возможного сотрудничества. Трех своих больших соседей. Безусловно, развитие такого сотрудничества будет, скорее всего, играть на руку Азербайджану.
Однако существует и долгосрочный аспект этой проблемы. Турция, Иран и Россия – крупные региональные игроки, и, конечно, каждый по-своему видит будущее Ближнего Востока. Вопрос только в том, когда их интересы вновь столкнутся, и между ними возобновится конкуренция. Пока же регион, похоже, вступает в период неожиданных альянсов, участники которых стремятся маневрировать и экспериментировать в поисках путей разрешения сирийского кризиса. Однако все эти комбинации, скорее всего, окажутся недолговечными и будут распадаться по мере решения тактических задач либо пересмотра действующих лиц и своей цели. Именно поэтому сохраняется вероятность новой конфронтации между Россией и Турцией. Совершенно очевидно, что такого рода конфронтации в случае нового витка напряженности в отношениях между двумя соседями Азербайджана интересы нашей страны могут поставить. Привлекает внимание также то, что касается последних событий в регионе, воинственная риторика американского руководства в отношении Ирана. Сообщениями о формировании Ираном своей, форсировании Ираном своей ракетной программы. Достаточно вспомнить недавние откровенные вызывающие фразы Трампа о том, что Иран играет с огнем. А он, то есть Трамп, не такой добрый, как президент Обама. Сейчас, если администрация Трампа пойдет на более решительную эскалацию с Ираном, Азербайджан, к сожалению, может вновь оказаться в полосе геополитической турбулентности. Такому развитию событий может способствовать также и усиление в регионе южно-азербайджанского фактора. Тем более, что антииранская риторика Трампа стала сигналом для активизации наших соотечественников в Иране. Только так можно расценить недавнее обращение к президенту США Дональду Трампу, пресс-секретаря Национальной организации сопротивления Азербайджана. Азербайджан Мизинтер Чалиш Ташкилаты, Бабека Челебианды, обращение которого формально привязано к новому миграционному закону США, согласно которому в Штаты запрещен въезд гражданам семи стран, в том числе Ирана. В обращении говорится, мы твердо убеждены в том, что все необходимые условия для самоопределения азербайджанцев в Южном Азербайджане должны быть выполнены и что самоопределение для нашего народа является законным правом. Говорится в данном сообщении. Если геополитическая конфронтация США и Ирана вступит в активную фазу, то вопрос Южного Азербайджана с перспективой децентрализации всего Ирана, безусловно, станет одним из приоритетных направлений американской внешней политики в регионе. В случае резкого всплеска национально-патриотических настроений, возникновение серьезного внутреннего конфликта и гражданской войны в Иране, чего тоже полностью нельзя исключить, необходимо будет просто готовиться к тому, что события могут перекинуться на территорию Северного Азербайджана. Достаточно отметить, что при таком развитии событий, а мы должны быть готовы к самому худшему развитию событий, как говорится, надеяться на лучшее, но ожидая худшего. При таком развитии событий к нам могут вплынуть поток сотен тысяч беженцев, что само по себе может привести к гуманитарной катастрофе. Этому прибавится значительный рост усиления ячеек радикальных вооруженных экстремистов всех мастей, что тоже нельзя исключить. Несмотря на некоторые первоначальные реверансы Трампа в сторону Москвы, тональность его выступлений резко поменялась. Достаточно вспомнить его жесткое заявление в адрес России по Крыму, а также недавнее обещание наращивать ядерный потенциал США. Становится очевидным, что конфронтация с США и Россией может вступить в новую фазу. А поэтому Азербайджан должен быть готов и к такому развитию событий. Даже после встречи глав начальников штабов Америки и России, Далфорда и Герасимова в Баку. Возможное участие американских сухопутных сил в Сирии, о чем в последнее время тоже часто говорится в прессе, под предлогом достижения окончательной победы над ИГИЛ, может привести опять к сохранению интересов США и России и в отношении будущего этой страны и возможного раздела их сфер влияния в Сирии.
Кроме того, учитывая стратегическую важность Сирии для Ирана, в этом случае неизбежен будет опять дальнейший виток ирано-американской напряжения в ирано-американских отношениях. И как следствие этого очередная полоса геополитических турбуленций для Азербайджана. Теперь то, что касается, конечно, вопроса, который является безусловным приоритетом для каждого азербайджанца. Вопрос армяно-азербайджанского конфликта и оккупации части территории Азербайджана соседней Армении. Сейчас все большее количество людей начинает осознавать, что одним из ключевых, если не самым основным фактором, были восстановление полного суверенитета Азербайджана на Горном Карабахе и в районах вокруг него, является преодоление системного кризиса власти путем истинной и безусловной демократизации всех ее институтов в нашей стране. На данном этапе конфликта приходится констатировать накапливание потенциала для слива хрупкого перемирия. Это вынуждает наблюдателей фокусировать внимание не на перспективах мирного урегулирования, а на условиях возобновления войны. Наиболее вероятным сценарием в 2017 году и в ближайших годах станет так называемый динамичный статус-кво, при котором угроза новой эскалации будет постоянно сохраняться, но скатывание в большую войну, скорее всего, не произойдет. На фоне торможения переговорного процесса будут нарастать военные инциденты на линии соприкосновения, собственно, свидетелями чего мы являемся. Самое основное и самое худшее заключается в том, что правящие элиты как Азербайджана, так и Армении будут продолжать цинично использовать тлеющий конфликт в качестве отвлекающего маневра в условиях нарастающего кризиса власти и сопутствующих ему скандалов и дальнейших шагов по узурпации власти. Примером этого является как четырехдневная война в апреле 2016 года, так и последние бои в феврале нынешнего года. В настоящее время Нагорно-Карабахский конфликт остается самой сложной проблемой безопасности в Закавказье, и армянская сторона, заняв деструктивную позицию, не готова к уступкам ни по одному из всего спектра имеющихся вопросов, которые были предложены. Это касается и будущего статуса Нагорного Карабаха, и деоккупации районов вокруг бывших НКР, и возвращения беженцев. Неэффективность Минской группы, помимо всего прочего, заключается в неспособности солидарного внешнего воздействия сопредседателя Минской группы, ОБСЕ, России, США и Франции, в силу сложности отношений между Россией и Западом, и опасением того, что форсирование переговоров может способствовать не поиску мира, а попытки конфликтующих сторон обеспечить себе преимущество. Ожидать новых прорывных идей по урегулированию конфликта в 2017 году, к сожалению, также не приходится. Фактически все сколько-нибудь адекватные и релевантные инициативы были ограничены. Условия складываются для развития событий, к сожалению, по негативному сценарию и прежде всего торможение переговорного процесса в формации России, Армении, Азербайджана, в которой все заинтересованные стороны, а также все международные наблюдатели могут представить как права. Однако угроза полномасштабной войны остается маловероятной. Москва недвусмысленно показывает, что заинтересована в сохранении имеющегося баланса сил и статуса КВО. В этих условиях бросит открытый вызов Кремлю для правящих элит как Баку, так и Еревана, затруднительно. А Запад в этом вопросе России не противоречит и фактически не мешает. Таким образом, Запад, в отличие от других постсоветских конфликтов, в этом случае согласился на особую российскую роль. Во-первых, потому что с точки зрения Запада Москва в Нагорном Карабахе не стремится сломать нынешний баланс и выступить в роли последнего ревизиониста, то есть игрока, заинтересованного в радикальном изменении статуса НКР и территориального спора в ту или иную сторону. Во-вторых, США и ЕС прекрасно понимают всю степень неформального влияния на Сержа Саргсяна и на Ильхама Алиева, которую оказывает Путин. Это все прекрасно понимают и отдают свою отчет.
В-третьих, учитывается обоюдный интерес правящих элит и Еревана, и Баку к российской медитации. Это опять-таки исходит из привязки правящих элит к внешним игрокам. И таким образом, к примеру, такая ситуация начисто отсутствует на других конфликтах, к примеру, между Тбилиси и Бакушими Афанами. То есть власть, принадлежащая в Азербайджане, и здесь стараются выделиться на общем фоне. Несмотря на улучшение отношений между Москвой и Анкарой, сохраняется, как мы отмечали, вероятность нового ухудшения отношений, и конфликт в Сирии и другие имеющиеся противоречия полностью не разрешены, и США могут вынудить Турцию отказаться от сирийских сделки с Россией и Ираном. Однако, если нормализация российско-турецких отношений продолжится, то она станет дополнительным фактором для сдерживания конфликтующих сторон и недопущения новой военной эскалации. В целом необходимо отметить, что очень важным является то, что в Закавказском регионе, в целом и особенно в зоне армяно-азербайджанского конфликта, темп развития милитаризации опережает темпы экономического роста. Плотность войск и вооружений здесь становится одной из самых высоких в мире, и в частности поэтому сохраняется постоянная связь возобновления вооруженной фазы конфликта, чем не обязательно будут пользоваться правящие люди, как мы отмечали в своих целях, для увеличения масс от борьбы за демократические перемены в обществе. Отдельно хотелось бы кратко остановиться на вопросе, имеющем самое непосредственное отношение к уровню энергетической безопасности и суверенности нашей страны. К большому сожалению, мало оснований видится в надеждах на быстрое процветание народа Азербайджана за счет добываемых энергоресурсов и их транзитов. Даже по такому усредненному показателю, как количество нефти на душу населения, Азербайджан значительно уступает, к примеру, странам Ближнего Востока. К примеру, в странах залива этот показатель составляет от 100 до 160 тонн на душу населения. В нашей стране он составляет всего лишь 11-13 тонн. При этом, учитывая значительно более всем нам известную несправедливую систему распределения доходов, вызванную непомерно высоким уровнем коррупции, реальные цифры, конечно, окажутся еще ниже. Подводя итог основным пунктам доклада, хотелось бы отметить, что по мнению некоторых обозревателей, и я думаю, что сидящие здесь мои товарищи по движению АНД в этом со мной согласятся, что нынешняя ситуация, как в самом Азербайджане, как внутри страны, так и вокруг него, чревато развитием наихудших сценариев, вплоть до утраты государственности. Этого мы не можем исключить. В связи с этим мы призываем все демократические силы, которым дорога судьба Азербайджана, сплотиться в борьбе за достойное будущее страны. Спасибо за внимание.